Ну что, дальше пойдем. Вот уже 2 часа прошло. 1 час 300 метров шли до воды сейчас. 1 час купались. Маша, какая у тебя будет сегодня? Ты хоть подскажи, к чему нам готовиться? А? Какая у тебя импровизация будет? Еще не знаешь? Только, как говорят в одном мультике, в Терновой, куст меня не тащите. Ага. Ну, Дуся на свое любимое дерево, как обычно, забралась. Пойдемте черемши. За черемшой сходим. Хотя просто посмотрим. Для народа снили, Маш. Нет? Все. Надо обязательно всем залезть на стол. Маше в том числе. Вот занятие. Нравится им. Идите вон на речку, в речку лучше поплюхайтесь. Вот коза там сидит.